Лаг Баомер. Еврейский праздник костров. Отмечается в 33-й день Омера, 18-го Ияра. Смысл названия – 33-й день по Омеру. Отчет дней от Песаха до Шавуота обычно выпадает на месяц май. Обычай празднования Лаг Баомера упоминается впервые в комментариях Менахема Меири, талмудическому трактату Йевамот, согласно которому, по преданию восходящему ко времен Гаонов, в этот день прекратилась страшная эпидемия, унесшая жизни 24 тысяч учеников Рабби Акивы. В большинстве общин в Лаг Баомер отменяется вошедшее в обычай воздержание на дни Омера, приобретшее силу религиозного предписания. Запрет бракосочетания, стрижки и бритья, ношение новой одежды. С 16 века эта дата считается, особенно среди сефардов и хасидов, также годовщиной смерти Шимона Бар-Юхая, отмечаемой массовым паломничеством к предполагаемым могилам его и его сына Элазара у горы Мирон, неподалеку от Сфата. Ортодоксальные родители совершали здесь первую стрижку халака трехлетних мальчиков. Сходное празднество происходит у могилы Шимона, праведного, в Иерусалиме. Память о восстании Бар-Кохбы, в котором, видимо, участвовали ученики Рабби Акивы, сохранилась в играх детей с луком и стрелами на открытом воздухе в день Лаг Баомера, а также в придании Лаг Баомеру характера детского и молодежного праздника, с наступлением которого разводятся костры и иллюминируются общественные здания. Веселого праздника костров вам!